том, что фестиваль снова соберет аншлаг в Брянском цирке, сомнений не было. За годы проведения этот спортивный праздник полюбился всем поколениям брянцев. Захватывающие трюки, эффектные приемы и даже выступления сотрудников спецподразделений. Остаться равнодушным при всем этом многообразии отточенных движений, ударов и приемов просто невозможно. Сегодня наш Брянск седьмой раз проводит этот прекрасный спортивный праздник. Я хотел бы поблагодарить, в том числе от всех вас, организаторов, за подготовку и проведение сегодняшнего спортивного праздника. С пожеланием здоровья, добра, успехов, всем побед и ярких впечатлений. Хорошей традицией фестиваля стало и чествование именитых спортсменов нашего региона. Именно с этого торжественного момента и началось мероприятие. Спортивные звания и почетные грамоты получили отличившиеся в минувшем сезоне тренеры и спортсмены. Однако среди тех, кто выступил на арене в этот вечер, были и те, кто только начинает свой путь к Олимпу. Максим Войтов, представитель киокусинкай карате, не так давно завоевал первое в истории этого вида спорта на Брянщине золото первенства России. Очень серьезная была подготовка к этому турниру. Готовились около года. Все соперники были подготовлены к турниру. Некоторые занимались больше 5 лет, больше 7 лет. 2 часа, сменяя друг друга на сцене, появлялись представители почти 20 федераций единоборств. И каждый, выходящий на арену, пытался доказать, что именно его вид спорта самый лучший. С каждым годом желающих продемонстрировать свое мастерство становится все больше. На данном мероприятии будут представлены 14 направлений боевых искусств. Они практически все традиционные. Новый у нас вид, он уже, получается, второй год выступает. Ну, новый можно назвать. Это рукопашный бой по системе Кадочникова. Вот, пользуется спросом. Люди идут заниматься, как идет развитие. Бразильские боевые танцы, экзотическое ушу, прославившее Брянщину на весь мир самбо и загадочное айкидо. Все это не просто попытка покрасоваться на публике. Каждое такое выступление зажигает очередной огонек в глазах мальчишек и девчонок. А значит, спортивные залы региона не будут пустовать. Нам сейчас крайне не хватает пропаганды спорта, здорового образа жизни, физкультуры, так скажем. Да, вот эти мероприятия, они привлекают молодежь, люди приходят родители, приводят своих детей, они смотрят наглядно, спортсмены показывают технику, красоту исполнения тех или иных приемов или ударов. Да. Люди могут выбрать, есть еще выбрать на самом деле. У нас регион очень богат единоборствами и очень хорошие традиции сложились за последние годы. То есть у нас край такой, так скажем, борцовский, бойцовский. Дмитрий Кузнецов, Ярослав Кулаков, события Брянск.